Мои хорошие, всем привет-привет на канале «Пиратская жизнь». Ой, собираемся сейчас, короче, на 40 дней поминки. Вот оделась вот так вот, ванна одела. Вот, и смотрите, какая я сегодня модная. Видите, в носках, в шлёпанцах вообще. Ну, знаете, у меня болит нога, и тут не до моды. Поэтому как-то так. Как-то так. Вот здесь взяли баночку икры. Кабачку. Ну, что там? Нашлась? Ничего. А мы кондиционер так оставим, да? Пускай охлаждает на большой скорости. Я там последний была. Надо еще, кстати, могу зайти, кое-что забрать. Мне сейчас, знаете, не до модного приговора. Вот. Поэтому сегодня вот так вот оделась. В носках, в сандалиях, но тем не менее. Ой, слава богу, хоть дошла, сейчас спустилась. Ой, я как представлю, что мне сейчас на 4-й этаж потом спускаться. Сейчас вот еле спустилась. Здесь. Вроде утром встала такая бодренькая, бодренькая, позитивненькая, позитивненькая. А сейчас вот опять, видать, походила сейчас утром. Ноги опять напряглись и опять опухли. Короче, как-то так. В общем, не болейте лучше. Мы поехали. Идем. Вон, вон сзади меня страхует. Я вдруг покатюсь назад. Да, у них прям ремонт сделали. Краской пахнет. Хорошо сделает. Это все, это казаться. Нельзя. 4-й этаж. Я смогу. Так, сейчас цветы дам. Ой, вообще, да, вот аж очень хорошие. Ой, какие красивые цветочки. Ой, вообще, да. Вот какие. Угу. 44 штуки, да? 43 года было бы у них, да? 43 года было бы, да, сегодня. Ой, все, давайте. А я-то тут приберусь маленько. Я тут решила остаться, потому что я не дойду. Сейчас маленько приберусь со стола. А то там далеко идти. Вот, посидели. Тут две партии было народу. Много. Много пришло. Ну что, все ушли. Меня оставили за хозяйку. Понимаешь ли? В доме. Вот. Пойду сейчас маленько приберусь со стола. Хоть как-то помочь. А то я до кладбища-то уже не дойду. Потому что так еле двигаюсь. Сюда-то еле доехала. Сейчас надо со стола прибрать. Много народу, кстати, было. Много. Вот. Люди пришли, помянули. Дети, кстати, были, которые эту Ольге двое близнецов приносили. Ой, такие забавные, такие хорошие. Прям так подержала, поигралась. Прям вообще здорово. В общем, знаете, там девочка Дарина и Глеб. Вот Глебушка такой, знаете, прям уже такой крепенький, толстенький. Такой, причем на нем костюм, знаете, который я заказывала на Васильке еще на 2 года. А ему только-только годик исполнился. Вот так быстро дети растут. Я уже думаю, в следующий раз, наверное, надо заказывать там чуть ли не на 3-4, а то и 5 лет. Уже, как говорится, на вырост, чтобы уже наверняка. Так что вот. Сейчас будем убирать с вами. Все. Приберусь, хоть немножко помогу. Хоть как-то. Хоть так. Они сейчас взяли цветы, пошли сейчас на кладбище. Сейчас там по всем пройдутся. А вот взяли тут этих, как... оладушков, в общем, все хорошо. Ну, девчонки, как всегда, молодцы. Вот, они у нас прям красавчики. Наташа сегодня говорит, в 6 часов утра встали. Ой, меня как больную оставили. Вот так. Приятно, что все прям заботятся, прям, говорит, Ниночка, Ниночка, садись. Там, прям, честно, приятно. Thank you.
немножко похозяйничала, Наташа. Сейчас гребла посуду всю. Сейчас помою. Что у них тут интересно? Позыркать. Так, супчик. Отец, кстати, варил суп. Пюрешечка. Кстати, а вот гречку, знаете, я вот с Наташей поговорила. Она говорит, я не варю, я ее запариваю. Вот. Она говорит, прям кипяточком запаривает. И прям хорошо. Тут арбуз его нарезал, салатики. Так, сейчас вот пакетик нашла. Сейчас надо кексики убрать, чтобы они не засохли. А то я боюсь засохнуть. Ну что, еще все наедятся. Вот. Ой, ветер беснуется. Помогу, чем смогу. Хоть немножко приберусь. Уже хоть что-то. Согласна. А то я не могу так, когда ничего не делать. Я уж до кладбища-то не дойду, но хоть как-то помогу. Немножко хоть со стола прибраться. Девчонкам полегче будет. Вот. Уже хоть что-то. Видите, уже почти стол очистила. Мне сказали, как хочешь, так что и делай. Как говорится, хозяйничай. Так что я восприняла как свой дом. Да. Так, кексики отнесу. Сказали еще кучу кексиков на лоджии. Ну, обещали с собой дать. Даша вчера наделала очень вкусные кексики. Вот еще куча одежды. Видать, перебирали. Кто что возьмет. Тут кексики сюда положить. Так, и пролезешь. Мешается-то. Ага, понятно. Так. Как мне сложно сейчас с ногой-то ползать сюда. Ой. Так, о. Смотри, сколько тут Даша наделала кексиков. Так, здесь тоже поставить. О, короче, кексов полно. А Даша сказала, да, с собой. Потому что они столько не съедят. Прям молодец, девчонка-то растет. Ой, видите, у нее здесь какая красота. Прям полюшка рядом. Супер. Так, пойду я дальше. Прибираться. Вещей сколько маминых. Еще в прошлый раз перебирали. В этот раз еще сколько осталось. Так. Чем смогу, помогу. Ну, благо все пришли. Все маму помянули. Все хорошо. Так, осталось стакана. Сейчас надо будет все отнести, протереть. И можно будет стол. Сейчас мужики придут и стол приберут. Ну все, со стола я все раскидала. Вроде чистенько. Сейчас надо будет вытереть. Раскидала там по холодильникам, куда что смогла. Сейчас протрем клеенчику. Потом придут, уберут, куда надо. Вот и все. Сейчас пойду посуду мыть. Все. Убрала, короче, хлеб. Убрала, тут арбуз лежал. Вот, все по холодильникам раскидала, куда что залезла. Потом девчонки придут, разберутся. По крайней мере, уже чистенько. Согласитесь, что весь стол был заставлен. Сейчас зато все систематизировано. Все, все прибрала, все раскидала. Сейчас вот посуду вот эту вот помою. Здесь стопочка. И, соответственно, можно будет уже салатики убрать в тарелочке. Вот, убрать в холодильник. Потому что я вот здесь вот уже все распихала. Уже здесь не лезет ничего. Кстати, так удобно, знаете, когда пакетики. Вот Наташа нашла пакетики. Тут раз и все, вместо всяких тарелочек. Я вот очень люблю, знаете, вот в пакеты. И все, они дышащие. Зелень брала, тут вообще все. Ну, тут тоже все раскидала. Вот, чтобы рыба не испортилась. Ну, а то что, жалко испортится. Так, в общем, самое сложное — мыть посуду. Ну что, погнали? Сейчас водичка. А тут что-то Иван, короче, сегодня был на мытье. Смотрю, бедненький моется. В общем, короче, я так понимаю, горячей воды нету. Ну, что-то такое. Что-то у них с водой. О, тепленько. Так, вот тепленько. Все. Вот, нормальный. Сейчас сделаем так. Я люблю, знаете, в тарелочке разбодяжить фейри. И уже отсюда мыть. Сейчас мы все сделаем. Ребят придут.
А у меня тут уже все чисто, красота. А то, знаете, ну, я, честно, я такой человек, я не могу сидеть просто так. Я не из той оперы. Вот. Тем более, если я могу помочь прибраться. Я люблю прибираться. Вот, это будет чисто и хорошо. Небольшой наборчик. Чуть. Вот, все промоем. Похолоднее чуть-чуть. Прям. Струечку. Вот. И будет все чисто, чисто, чисто. Вот. Если я могу чем-то помочь, пробую. Нет. Правильно? Всегда надо. Хоть какую-то лепту унести. Общее дело. Они готовили, мы убираемся. Так. Сейчас потихоньку, полегоньку, что стоишь, намываешь. Тоже помню, у меня, знаете, много было всяких разных. И тоже поминки маме справляли. Вот. Все мыло, не боясь, так сказать, маникюр испортить. Все умею, все могу. Просто ленюсь периодически. Ну, а так. Потихоньку. Полегонечку. Сейчас мы тут все намоем. Не, ну они молодцы, все хорошо подготовили. Все приехали. Из Дзержинска родственники приехали. Соседка пришла. Дядя Леш приходил. В общем, все. Все, кто мог, все пришли. Даша кексики напекла. Такие дела. Вот, кстати, знаете, вот такие вот моменты, когда праздники. Вот, наверное, бы хорошо, когда есть дома это, как ее, посудомоечная машина. Когда ее нету, приходится все делать самому. Вот у меня дома в основном Вован все моет, всю посуду. А я вот давно уже не мою. Ну, знаете, я многое другого делаю. Так что ему, у него свои обязанности, у меня свои. Потихонечку, полегонечку. Что стоишь, моешь? Там далеко до кладбища идти. Я бы не дошла. Я бы там сейчас стол собрала, но стол, наверное, не соберу. Не знаю, как он раскладывается. Вот. Клеёночку убрала. Все убрала. Ну, просто, знаете, вот я такой человек, что убрать все в холодильник. То есть, вот когда уже все поели, покушали все, вот, убрать в холодильник. Потому что в противном случае жалко, если испортится. Ну, я прям тонкую-тонкую строчку, так чтобы прям мыть только чуть-чуть. Все, все. Много воды не трачу. Спокойно. Хорошо. Ну, ладно, все, буду домывать. А вам покажу результат своих трудов. Честно, знаете, вот я делаю это даже не для видео, а просто хочу помочь людям. Мне сказали, сиди. А я сказала, я не могу так. Я должна помочь. Тем более, что мне тут сидеть час, пока они там ходят с кроликами играть, что ли? Нафиг, нафиг. Так, у нас здесь рыба была. Вроде нормально. Сейчас вот эти современные средства, это фейри. Они прям раз, раз и все моют, чистят. Чисто, чисто, моем, моем, труба чисто, 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 чисто. Так. Ну все, я домывать. Ну все, все помыла, все прибрала. Так все раскидала, помыла хрусталь. Так, здесь все протерла, тоже все убрала. Здесь, смотрите, посуду тоже все перемыла. Несколько горочек. Здесь все тоже. Поставила вот так вот стекать, чтобы все было хорошо. Здесь тоже раковину немножко помыла. Все, красота. Лепота. Угу. Сейчас Наташа придет, уже разберется. Все чистенькое. Все аккуратненько. Так. Повесить.
Вот здесь у нее, видите, оладушки. Я их пока поставила в тенечек. Не знаю, куда их поставить, чтобы они это... Не знаю, хорошо, плохо, что на солнышке стоят. А вон там компот. Он стоит с какими кастрюлями. Варюте. Ой, видите. О, огромный компот. Вот так вот. Вы говорите, мы много готовим. Нет, люди еще больше готовят. И вот здесь тоже все раскидала. Холодильник по тарелочкам, вот так в пакетиках. Мне нравится вот так, знаете, в пакетиках. Не надо тарелки использовать. Вот, я эти пакетики прям вместо этих тарелок употребляю, использую. Вот здесь тоже все поставила. Ну, все хорошо. Чистота, порядок. Сейчас девчонки придут. Видите, как все хорошо получилось. Все прибрала. Как к себе. Как для себя. Ну, теперь можно и с кроликами поиграть. Да? Стрелка и карамелька. Эх. Ой, девчонки. Девчонки, привет. Дайте как вам. В гости. В гости загляну. Тинг. Эх, привет, моя хорошая. Самая ласкуша. Да, моя хорошая. Да, моя хорошая. Дюсь тебя покажу. Дюсь тебя поклею. Морковку будешь? Я эту морковку видела. Видите, тебя покормили сегодня? Ой, моя хорошая. Ой, вот так вот. Фу, устала. Все перемыла. Все хорошо. Жду ребят. Они ушли. Жарко. Ярко, ярко, ярко. Ну, в общем, как-то так. Ждем-с. Надеюсь, мама будет рада, что я хоть какую-то лепту, но внесла в общее дело. А то, знаете, как-то вот не по себе было, что мы вот не помогли готовить, но хоть вот прибраться немножечко. Как-то так. Все, пойду отдыхать, с кроликами играться.